Всем привет! На основном канале у меня было видео, где я тестировал различные спиннеры на время работы. И вот один из спиннеров проработал буквально несколько десятков секунд и перестал крутиться. Я его отправил в топку, но потом подумал, почему бы не исправить все это дело. И решил его починить. И как вы можете заметить, он прекрасно себя чувствует и очень долго крутится. Что я сделал, я расскажу сейчас по шагам. Итак, это видео о том, как я ремонтировал спиннер. Для начала я раскрутил ту фишку, которую вы держите, когда крутите спиннер. Она состоит из двух частей, которые вкручиваются друг в дружку. Далее там внутри находится вот такая вот металлическая штуковина, которая люфтила, то есть она не имела такой же резьбы на себе, как и резьба самого спиннера, и поэтому она там болталась. И соответственно тот подшипник, который крутился прямо в ней, он тоже болтался. Сильный люфт давал не только сильный шум, но и не давал крутиться этому спиннеру слишком много времени. И так как резьба не подходила этой металлической штуковины, и так как эта штуковина не вкручивалась качественно и надежно в сам спиннер, то я решил поставить между ними прокладку в виде бумажки, слегка ее намочив слюной. После этого я все собрал в обратном направлении, и вуаля, спиннер крутится как новенький, и крутится, между прочим, очень-очень долго. Ну что ж, если это видео было вам полезным или интересным, не забудьте его поддержать, а также подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. Видео, где я тестировал спиннеры, находится на основном канале. Переходите также туда, там много всего интересного. Пока!